Всем привет, с вами Ирина. Хочу показать вам вот такую вот кроху, которая была изначально с листиками. Листики опали, и у растения вот всего-навсего было 3 корешка. Я, честно говоря, думала, что это растение не выживет. Но я ее поставила просто на кору и время от времени просто опрыскивала. Вот, и спустя некоторое время у нас появился результат. Результат мне очень нравится, ребят, посмотрите, мы проклюнули 3 молоденьких ростика. 1, 2, 3. То есть даже не один, а сразу 3 молодых роста. Это орхидеюшка Синель, по-моему, если я не ошибаюсь и правильно прочитала. Вот, так что мы растим 3 молоденьких ростика. Вот, мне нужно будет ее подумать как-то на блок, скорее всего, повесить. Нужно будет поискать какую-то такую крупную кору, какой-то такой хороший кусочек. Вот, и примотать ее на блок. Так что вот такая вот у меня есть кроха, которая все-таки выжила. Видно сразу, что растение очень хочет жить. Поэтому если у вас где-то попадается даже какая-то маленькая кроха и есть у нее там 2-3 корешочка, ребят, не спешите это все выкидывать, потому что растение, которое очень хочет жить, оно всегда выживет. Вот, и это наглядный пример. Вот, так что вот такой вот результат вот на такой вот маленькой, буквально скажем, ну, бульбочка такая, да, плотненькая, но эти ростики будут отлично расти, потому что запас у этой бульбочки, вы видите, очень хороший. И эти ростики однозначно вырастут, и я думаю, что это растение выживет. Вот, так что будем наблюдать за этим растением. Ну, а я буду с вами прощаться. Спасибо вам всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.